Альона зі своїм чоловіком займається виготовленням метеликів вже майже рік. Створили своє ательє, мають своїх прихильників та не планують зупинятися на досягнутому. А вдохновило нас то, что нам понадобилась бабочка. Мы сходили по магазинам известных брендов и, увидев то, что предлагают нам продавцы, мы, ну и дизайнеры, в принципе, мы решили, что можем сделать лучше и в конце концов решились и производим бабочки, галстуки. Как бы вот на рынке, и сложно было бы, какие первые трудности, с которыми вы столкнулись? Ну, первые трудности – это незнание каких-то маркетинговых систем, вот проблемы именно с маркетингом, с построением бизнеса непосредственно. Ну, мы читаем, изучаем, но все равно где-то знаний не хватает, все приходит с опытом. Какие первые еще, может быть, сложности были вы такие, которые помогли? Первая сложность, наверное, полный выбор ткани, полная концепция всего видения. Мы прописывали это, но все равно как бы должно быть какое-то видение уже конкретное, к чему мы придем, что будет, уже видение вперед намного. Хорошо, спасибо. Как у вас пришла идея с названием вашим? Все банально. Шоп-ательер, магазин тире ателье бабочек, галстуков. В будущем мы планируем менять название, потому что мы хотим расширять ассортимент, и это будет не только бабочки, не только галстуки. Возможно, это будет еще и шляпки, возможно, это еще будет и одежда. Так что будем менять название и уже расширяться в плане ассортимента. Пошили бабочку, действительно оказалось вау-класс, ну понятно, нужно еще там было доработать, но однозначно это было лучше, чем то, что предлагалось на рынке, по крайней мере, ну, в магазинах. Ну, на рынке, я имею в виду, больше глобально. И там, а почему бы этим не заняться? Ведь все равно, если делать качественно, вот, все равно невозможно это, да, оно будет где-то чуть-чуть дороже, но в дальнейшей перспективе, скажем так, на будущее, то это будет, качество берет свое на самом-то деле. Люди со временем все равно понимают, что лучше чуть-чуть там дороже переплатить, или там, и то в зависимости от цен, которые у нас в Николаеве, там, то на то и выходит, только ты действительно получаешь качественный продукт. Это знание друг друга, наверное, как партнера, как семейную пару. То есть я знаю, что нужна поддержка. Вот. И действительно было, я люблю что-то новое пробовать. И было интересно попробовать, а что это, а как это вообще шить вот эти вот все, ну, шить, кроить, все вот эти вот моменты. Это было очень интересно. Вот. И я этого не знал, как бы думал, сначала для меня это казалось, боже, это взрыв мозга, как это все делается. Потом Алена объяснила, на самом-то деле это там, практика, просто приноровиться и все. Эта бабочка, это именно та бабочка, которая получилась. Вот, сказать, что любимая, она просто, скажем так, дорога, потому что она первая, скажем так. Моя любимая, та, в которой сижу сейчас я. Вот, это вот лично для меня это вообще самое мое любимое. И к друзьям на свадьбу мы ходили в ней, то есть какие-то такие значимые мероприятия, все-таки я в ней. Хотя на самом-то деле очень удобно заниматься бабочками, когда собираемся куда-то на мероприятие, то можно выбрать все, что хочешь, и, как сказать, за это платить не надо. Наша героїня взагалі дуже творча людина. І на скрипці вміє грати, і танцями займалася, і в якості моделі себе теж спробувала. Перша картина, яку вона нарисувала, це подарунок мужу творчий, і він мені подарував сертифікат в творчу кімнату. І ми там вже з мастером рисували, вчилися рисувати маслом. Это был первый порыв, скажем так. А потом уже из вдохновения рисовать уже другую картину. Это была прототип, наверное, картинки в интернете. Просто мне захотелось видеть такую картину в доме. И уже хотят наши друзья такую же картину. Так что буду еще одну рисовать, скорее всего. То есть вы не часто, да, рисуете? У меня все приходит так мгновенно. И, как сказать так, не интуитивно, а как муза придет, так начну и рисовать. И когда муза приходит, я начинаю рисовать. Когда другая муза приходит, я начинаю петь. Когда
что-то другое меня вдохновляет, я начинаю шить. Ну, в общем, вот так. Пока интерес есть, я держусь. На створення нових колекцій надихають цікаві історії видатних людей. Це і Коко Шанель, і Прада. А найголовніший натхнений Кальони, безумовно, є її чоловік. Це мій вдохновитель. Іменно з нього почалась вся ідея запуску цього проєктика. Он сказал, что я могу сделать лучше. Естественно, самооценка поднялась, и мы начали делать уже вместе. Я его научила делать лекала, выводить все, собирать все правильно. Муж меня вдохновляет тем, что он постоянно мне говорит, что у меня все получится. И это не может не вдохновлять, это не может не мотивировать, потому что самый ближайший человек, который есть в моей жизни, он помогает мне и поддерживает меня во всем, во всех моих идеях. Это не может не радовать. Зі своєю другою половинкою Альона полюбляє гуляти вулицями міста, сидіти в кафе. Саме в такі моменти і народжуються нові ідеї дизайну метеликів. Ми дуже любимо гуляти з мужем і під дождем, включає будь-яка погода, нас не смущає. Щось в погоді, в природі знаходить вдохновлення. Познайомились ми в університеті у кабінету одного преподавателя. Все закрутилось, поехала, мы начали встречаться, потом предложил пожениться или выйти замуж, как правильнее. На нас случай выйти замуж. Да, предложил выйти замуж, и наши интересы очень сильно совпали, мы любим путешествовать, вместе проводить время, то есть когда вот время после работы у нас свободное, общее. Мы стараемся либо смотреть фильмы какие-то, либо прогуливаться. На выходные очень любим ездить по разным местам по Украине. Если получается, то может даже и машиной. Когда мы выходим на прогулку, мы не используем маршрутки, это наша такая традиция, можно сказать. Если мы выходим прогуляться, то это обязательно пешком прогуляться и подышать свежим воздухом. Мы с Аленой вместе проводим время, это однозначно фильмы, однозначно прогулки. Прогулки вот, хочется потом, особенно после работы, ну, вот, хочется как-то проветрить мозги, скажем так, там, пообщаться, как день прошел. То есть, ну, понятное дело, днем созваниваемся, но это все-таки не то вечером пройтись, прогуляться. Но плюс еще то, что ну, прогуливаемся, для Алены, у нее, когда она там прогуливается, то есть у нее какие-то больше открываются идеи, какие-то, то есть она как более творческий человек, это лично мы, у нее как-то, у творческих людей больше все-таки творческих идей разных, поэтому прогуливаемся, очень нравится куда-то ездить, ну, вот особенно вот это недавнее впечатление по поводу прыжка с моста, это, конечно, одно из самых ярких событий за последнее время. Метелики, які створює сім'я Бутових, різноманітні і за кольором, і за формою, і за матеріалом. Особливих трендів та тенденцій у цій справі немає. Головне, щоб метелик пасував. Самое главное – выбрать свою форму, выбрать свой размер, и бабочка пойдет каждому. Выбираем больше такие пастельные тона, темно-синий, темно-коричневый, шоколадный, такой желтый, насыщенный. Уподобань у замовників дуже багато, всі вони різні. Але майстриня пригадує своє найнезвичніше замовлення. Самое необычное – это было то, что мы изготовили бабочку и отправили ее в Москву. Это был самый необычный заказ за это время. Это было необычно за счет того, что транспортировка бабочки оказалась очень таки трудным вопросом. Она была в чем-то необычной, эта бабочка, что в Москве заказали? Все, что там большой, в принципе, выбор. Да, у них тоже развито направление производства бабочек и, в принципе, мода бабочек. Но почему-то захотелось именно в Украине, именно у нас заказать бабочку. Может, потому что очень понравился цвет, оттенок. Ну, такая, она винтажная, такая очень-очень нежная, именно, может, поэтому. Потому что доставка оказалась дороже, чем сама бабочка, по сути. Вот, не знаю, что-то понравилось, что-то притягивало в ней. Но она довольно-таки не то чтобы необычная, она вот именно привлекательная.
скажем так. Но моя любимая бабочка — то, которую сделал мой муж. Он сделал несколько бабочек, и это яркий пример того, как можно из одного желания сделать что-то. И то, что он делает это качественно, я удивляюсь, как даже, но он делает действительно то, как оно должно быть. Возможно, это где-то и моя рука приложена, потому что учила, но это самые-самые такие мои любимые бабочки. Асортимент креваток метеликів у Альони великий. Обрати собі такий аксесуар може навіть найвибагливіший покупець. Це і класичні, патріотичні метелики, вінтажні і навіть дерев'яні. Это и кэжуальные бабочки, которые можно одеть на каждый день, праздничные, те, которые заказывают у нас шоумены, ну и детские. Детские бабочки, которые предназначены в основном для школы. Также перьевые бабочки, и, надеюсь, скоро появятся экологические бабочки, которые там с пластмассы, повторное изготовление, повторное использование пластмассы. Метелики останнім часом є дуже стильною фішкою, тому серед замовників переважно молодь. Але навіть і депутати купували собі такий аксесуар. В Миколаєві у нас в основному заказують наші шоумени, тому люблять більше щось ярке, броске і для проведення різних мероприятий і участі в них непосредственно. Вот, в основному це яркі бабочки. У цій сім'ї багато планів та мрій на майбутнє, які без сумніву справдяться. Адже коли справою займаються такі дві щирі та закохані людини, обов'язково все вдається. Мечтаю о большом ательє, наверное, щоб дійсно все пішло за грані України, щоб наша діяльність вже була якби юридично закріплена за нами і вже наш бренд тримався іменно за нашою сім'єю. Чтобы никуда не уходил. И мы уже развивались за границей нашей страны, нашего города в первую очередь. И активно уже шли продажи, и в будущем уже одежда и аксессуары, расширять ассортимент.